селедка, которую наловил. Ссылочка будет вверху в уголке, с левой стороны, на рыбалку. А теперь как приготовить. Вот купил для вкусной сельди пряный посол. Сейчас расскажу, как сделать дальше. На 1,5 литра соль, 180 грамм. Сахар 3 столовые ложки получается, ну 60 грамм, 61 вот у меня. Добрый день! У нас сегодня рубрика «Вкусное продолжение». После того, как я наловил селедки, я ее выморозил, положил в морозилку, продержал там 20 дней, и она у меня вымерзла. Теперь я ее разморозил, почистил, положил вот в банку в 3-литровую. Сейчас вот последнюю дорежу, дочищу и покажу, что я делал дальше. Кстати, у нас тут... Я уже сделал по рецепту, написанному на пакете. Значит, закипятил воду 0,5 литра и всыпал туда весь пакет. Теперь закипятил воду, вот она у меня кипит уже, и всыпаем туда наш сахар, соль и сахар. Вот, все это дело сейчас закипит. Выключаем. И несем его остужаться до полного остывания. Так, вот наша селедка. Это я уже дочищаю ее. Я уже промыл. Чуть-чуть полоснуть. Укладываем в банку. Последняя. Заливаем нашим рассолом. И этим рассолом тоже заливаем. До самого верха. Все. Теперь все это дело под крышечку. Забыл сказать, что надо добавить 3 столовые ложки растительного масла. Теперь все это дело под крышечку и на 3 дня в холодильник солится, на 4 максимум. После этого селедка готова.